упомянули «Красотку», я вспомнил, что Ричард Гир играл вашего коллегу, адвоката, который как раз оправдывает свою знакомую женщину. Почему в Голливуде там каждый год снимается либо полный метр, либо сериалы о работе юристов? У нас, ну, у нас про ментов это как бы много сериалов, а вот о работе юристов я вот не вспомню такой заметный какой-нибудь. Ну, зачем вещи. Вы меня сейчас обидели? Ну зачем? Десять лет назад. Десять лет назад. На «России-1» был фильм «Защита против», восьмисерийный фильм, поставленный по моей книге. Да. Вот, как раз про молодого адвоката, про его становление. Ну, вот когда это было, да, я к этому и веду. Да. Ну, просто после такого шедевра уже все остальное снимать просто было. Вот это! Все остальное было бы вторично. Да. У нас меньше адвокатов или меньше интереса к этому ремеслу? Вот из-за чего на самом деле? Меньше интереса к этому ремеслу. Это первое. Второе. У нас, к сожалению, и при советской власти сейчас реальное значение адвоката не столь высоко, как оно должно было бы быть, или как оно имеет место быть в западном обществе. Потому что состязательный процесс, в котором адвокат равная сторона, до нас так, увы, и не дошел. Вот. Он как бы дохромал, дополз, вот, но по дороге немножко подсдох. Вот. Тут очень много причин, это вообще отдельная тема. Поэтому и адвокат не является такой вот фигурой интересной для общества, потому что они в суде видят, что ну что, ну, судья говорит, а сядьте дальше, господин адвокат, сядьте. Ну, попробовал бы так кто-нибудь в суде сказать. Вот. Я вам хочу сказать, что вот не так давно вышла книга моя, сейчас она будет пересдаваться, о судебном процессе Березовский Абрамович. Потрясающий вот этот вот двухтомник. Да. Там такие удивительные моменты, просто удивительные были. Это к вопросу о том, удавалось ли клиентам меня использовать. Сейчас я поясню. Сейчас издается в один том. В 1000 страниц. Я двухтомник читал. Да. Так вот, тут же очень интересно. Когда я писал эту книгу, значит, я писал ее по стенограммам судебным. И очень много из того, что там обсуждалось, это то, в чем я принимал участие. Так вот, когда я принимал в этом участие, мне и в голову не приходило, что за всем этим стоит, какие интересы, кто, что. Да, вот. И когда вот я делал книгу, я понимал, как меня хорошо использовали. Ну, то есть, как использовали? Меня обманули, использовали не в плане, а обманули. Но я не знал всей картины совершенно. Вот. Но эта книга еще интересна тем, что там видна роль адвокатов. Как адвокаты играют. Вот как это фехтование на шпагах. Это тонко. Это даже не сабля, это не рубка сабли. Да? Это на рапирах фехтование. Укольчик, 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 труп.